Добрый день. Вы могли столкнуться с такой проблемой, что возникает шум посторонний в колонках, наводки, трески. От всего этого есть простое решение. Это ферромагнитный фильтр. Вам не потребуется разбирать колонку, там что-то припаивать. Вот. Это такая штучка, в которой две половинки ферромагнита и пластиковая сверху оболочка. Он самозащелкивающийся. Здесь важно подобрать такой, чтобы он был максимально по своему диаметру близок к диаметру провода, на который вы собираетесь его надевать. Тогда он будет наиболее эффективным. Они продаются на Алиэкспрессе. Можно купить сразу несколько десятков разных диаметров под ваши провода. В данном случае мы надеваем на провода данной колонки. Недорогой. Смысла его дорабатывать нет. Вот он сам защелкивается. В данном случае он сразу два провода. Вот две защелочки, два провода. И шум уменьшается от колонки. Незначительный эффект, но есть. А также данные ферромагнитные сердечники, или как их там правильно назвать, они защищают от излучения. Когда у вас есть большие токи, высоковольтные провода, то можно тоже их использовать, эти магниты, для того, чтобы обезопасить. Например, они у меня стоят на фене. Вот. Или там на чайнике, на утюге. Небольшое, но греющее, так сказать, душу уменьшение электромагнитных волн. Спасибо большое за внимание.